Не оптимизация, а модернизация. В этих словах есть принципиальная разница. В отличие от простого закрытия учреждений ради экономии, несколько участковых больниц Меликесского района объединяются для улучшения обслуживания жителей. Эти вопросы обсуждались на областной комиссии по модернизации учреждений бюджетной сферы. Муловской больнице в ближайшее время присоединят в качестве структурного подразделения Никольскую участковую больницу. С таким решением согласны как работники медицинских учреждений, так и жители сел. На базе Никольской участковой больницы будет развернут офис врача общей практики со всеми клиническими службами, которые будут являться структурным подразделением Муловской участковой больницы, с сохранением своего расположения, что не нарушит доступность оказания медицинской помощи населению. В Муловке больше узких специалистов. В рамках одного медучреждения попасть на прием значительно проще. Сокращение не коснется медицинских работников. Административно-технических работников обязательно трудоустроят. Этот вопрос держат на контроле. Не все так просто с реорганизацией Старосахчинской и Тиинской больниц. Узкопрофильных специалистов не хватает в обоих учреждениях. И добраться из одного медучреждения в другое не так-то просто. Никакого эффекта объединение не принесет, кроме небольшой экономии средств. А неудобства создаст больше. Поэтому от объединения решили отказаться и продумать более оптимальный вариант. Комиссии было предложено Минздраву рассмотреть возможность модернизации в другом направлении, присоединения к Новомалыклинской больнице, при том, что эта больница второго уровня, более высокого уровня, она хорошо укомплектована кадрами, и расстояние между двумя больницами, Старосахчинской и больницей Новой Малыклы, в два раза короче, чем если ехать из Тиинского в Старосахчинск 60 километров через город Димитровград. С решением вопроса затягивать не собираются. К его рассмотрению вернутся уже на следующей неделе, на очередном заседании комиссии. Егор Титов, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.